Здравствуйте. Недавно мы сняли фильм «Терраформация. Отпечатки прошлого». Мы выехали для этого в долину реки Бешенка в Кавказских горах. И для продолжения этого фильма, для съемок второй части, мы выехали на побережье Черного моря в Глинджикский район в местечко под названием Голубая бездна». Тут мы увидели практически ту же самую картину: пласты под углами 45-60 градусов к плоскости поверхности Земли. Но перед этим я посмотрел фильм Елены Гусаковой. Исходный код ⁇ Кремний или углерод. И на берегах голубой бездны нас осенила совершенно другая идея и совершенно другая гипотеза. И сейчас эту гипотезу я попробую вам донести. И связана эта гипотеза с Кремниевой эрой. Так вот, в нашем видео «Тероформация отпечатки прошлого» я высказал гипотезу о том, что это слои, в которых кто-то, ну кто, я думаю, вам понятно, представители прошлой высшей цивилизации, складировали ремонтный материал для будущих терроформаций. Что такое терроформация? Это изменение ландшафта, то есть его восстановление после каких-то глобальных планетарных катастроф. И я думал, что кавказские горы ⁇ это склад этого ремонтного материала, но не все так просто. И пока вы будете наслаждаться красивыми видами Черноморского побережья в сентябре 2017 года, я буду рассказывать. Итак, наблюдаем, что мы видим. Также слои, причем очень ровные, залитые геометрически идеально. Современные бетончики, заливающие плиты перекрытий, позавидовали бы. И каждый слой по толщине равен предыдущему. Теперь возьмем два обломка этой породы и потрем друг об друга. Образуется мелкофракционный порошок. Фактически такой же, как при трении двух кусков старого бетона. Тоже порошок. Только мы знаем, что при трении бетона то есть, в механическом воздействии на кусок старого бетона просто высвобождается цемент, из которого бетон и получен. И этот цемент можно заново превратить в бетон. Есть технология заново его, конечно, прокалить, высушить и можно опять заливать бетон. А этот порошок, который мы получили после механического воздействия на обломки горной породы, а он тоже цемент. Да, это сырье для местных цементных заводов, где его также прокаливают, убирают ненужную цементную пыль, минералы, находящиеся в его составе, и пакуют в мешки, либо возят в цементовозах для изготовления бетона. Как мы понимаем, эти пласты, разумеется, заливали в горизонтальном положении из этого сухого порошка, смешивая с водой и каким-нибудь наполнителем, типа песка. А что это за порошок? Но об этом чуть позже. Положение пластов под 45-60 градусов плоскости поверхности явно говорит о масштабной катастрофе, произошедшей в этих местах. Что могло вызвать такое вздыбливание? Конечно, движение литосферных плит при мегаземлетрясении. Это следы не реконструированного нами потопа 17 века и тем более не потопа 19 века. Это следы той глобальной катастрофы, произошедшей 13 тысяч лет назад, стершую с лица планеты прежнюю мегалитическую цивилизацию, построившую такие объекты, как Горная Шория и Кайлас. Не крохотные для ее уровня египетские пирамиды, а именно эти мегалитические сооружения. Но эта цивилизация была все-таки углеродной, а не кремниевой. Так из какого порошка залиты пласты? А залиты они из золы, которая осталась на поверхности планеты и в ее атмосфере после глобального пожара биосферы Кремниевой эры, которая, к слову, в 20 тысяч раз по массе превосходила нынешнюю. А вода при этом пожаре реакции горения высвободилась из органических соединений кремниевой эры и осела на полюсах в замерзшем виде. А вот зала, сейчас объясню, такую мелкую фракцию, как этот порошок, то есть зала, полученный нами при механическом воздействии на обломки этих горных пород, природа создает только в одном случае. В углеродном мире это сажа, пепел. Кремний горит в кислороде, как раз при высоком давлении Атмосферы. И при этом же высоком атмосферном давлении как раз существовали кремниевые формы жизни. И давление превышало в десятки сотни раз. И как мы знаем, при потере этого давления вся кремниевая форма жизни утратила пластичность и окаменела. Так что же образует кремний при горении? А при горении он образует диоксид кремния. То есть силициум плюс О2 получается силициум О2 одновалентный силициум плюс двухвалентный кислород. И еще раз, на один атом силициума кремния, два атома кислорода. Появляется трехатомное соединение силициум О2. Пласты этих горных пород состоят из мергеля или песчаника. Что же такое мергель? Официально это осадочная горная порода смешанного глинисто-карбонатного состава. 50-70% карбонат, кальций, доломит. В песчаниках другой состав. А нерастворимый остаток силициум О2 плюс R2O3 присутствует и в мергеле, и в песчанике. Мергель в зависимости от состава карбоната делится на известковый и доломитовый. В принципе, этот известковый тот же песчаник. В нерастворимом остатке у мергеля содержание кремнозема превышает количество полуторных Окислов не более чем в 4 раза. В общем, мергели с соотношением силициум О2 к Р2О3 больше в 4 раза относится к группе кремноземнистых. И напомню, этот Мергель сырье местных цементных заводов. Конечно же, не все горы из Мергеля ну, и из песчаника, но ну, цементные заводы используют, конечно, для изготовления цемента мергель. И для нашей версии это особого значения не имеет. И у мергеля и песчаника одна основа. Силициум О2, диоксид кремния. Пойдем в нашем логическом измышлении дальше. Сажа в углеродном мире. Это продукт сгорания или термического разложения углеводородов. Углеводороды это все живые существа на сегодняшней планете. Сажа состоит из чистого углерода. Что такое зола в углеродном мире? Это несгораемый остаток, образовавшийся из минеральных примесей сгоревшего, допустим, дерева и сажи чистого углерода. А теперь самое интересное. Сажа в кремниевом мире. Это продукт сгорания или термического разложения кремниевой биосферы и состоит из чистого диоксида кремния. Соответственно, кремниевая зола – это несгораемый остаток, образовавшийся из минеральных примесей сгоревшего, допустим, кремниевого дерева. И сажи, только опять кремниевой, то есть диоксида кремния. Итог. Получается, что вот эти горы состоят из мергеля и песчаника, то есть золы, получившиеся при сгорании кремниевой биосферы и в основном флоры конечно же есть и фауна но об этом дальше минеральные вещества находящиеся в составе этой золы то есть несгораемый остаток имеют различную природу то есть образовавшиеся мерги и песчаник свидетельствуют только о различии в минеральных составах самой кремниевой растительности например различия в углеродной биосфере между минеральным составом дуба и сосны. У них они различны, но углерод общий. Скорее всего, у каждого вида растений свой минеральный состав. Может близко друг к другу отличающийся, а может быть и отличающийся сильно. Так и в кремниевой биосфере было. Растения имели разный минеральный состав. То есть каждый вид имел свое, но кремний был общим. Соответственно, в зале диоксид кремния общий и находится в той же массовой доле, что и в живом растении. Остается один вопрос. Кто же эту залу залил пластами по бетонной технологии? Но залили эти пласты не только из мелкофракционной золы. Туда еще и сложили не сгоревшие остатки, которые мы и видим в виде Елены Гусаковой. Это следы насекомых на этих недогоревших кусках деревьев. Фактически кремниевый древесный уголь с зажаренными в нем насекомыми. Один кусок как бы дерева, а у него еще щетка с кристаллом выросла. Это были сычки, были веточки в разные стороны. И таких колод здесь лежит несколько. Каменные колоды, каменного леса. Итак, я рассказал начало своей версии, что же мы видим на побережье Черного моря, что это за пласты горной породы. Единственное, что хочу добавить, чтобы всем было понятно, сажа или пепел углеродной эры ⁇ это чистый углерод, а сажа или пепел кремниевой эры ⁇ это силициум О2, диоксид кремния. И это есть самое мелкофракционное природное образование который может только существовать. Образуется при реакции горения. Продолжение в следующей части этого видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии. Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте. До свидания, до встречи в следующем фильме.